Все мы монстры! Моя семья станет богами в мире людей. Ah!
думаешь, она невинна? Напугана? Она воплощение ярости. Она вышла из-под контроля. Говорит Чин Сунг Вон. Меня кто-нибудь слышит? Я получила информацию, которую необходимо передать общественности. Но меня окружают карательные отряды Арбахима. Я не могу выбраться отсюда. Забудь об этой девчонке. Ее спасение твои проблемы не решит. Ее жизнь ничто по сравнению с тем, что творится вокруг. Вспомни, зачем мы вернулись в эту проклятую дыру. Надо найти ретранслятор и следовать по служебным туннелям, ведущим в город. Это единственный способ добраться до меня. Когда мне было 10 лет, мать обратилась ко мне. Мы объединили разум. Она пыталась найти способ сбежать из заключения. Через 6 дней наши друзья из Армахема убили ее, отключив ее систему жизнеобеспечения. Эти люди, выжившие, тоже общались с ней. Эта зачистка не просто неудачный рекламный ход. Это попытка взять под контроль нечто невероятно могущественное. Ложись! У нас тут труп!
они становятся сильнее. Система навигации и оружие готовы. Протоколы безопасности отключены. Вам дается разрешение открывать огонь по любой вражеской цели.
богов. Внимание, скорость не превышает, допустим.